Всем привет, ребятки! Сегодня я не просто так записываю этот праздничный видеоролик. Уходит 2019 год, и я хотел бы о многом побеседовать, подвести итоги, разделить с вами все радостные моменты и наши совместные достижения уходящего года. Да, конечно, приходилось сталкиваться и с проблемами, их было немало, но я хотел бы оставить в этом памятном видео только самое хорошее. А также сегодня я расскажу вам, что ждет вас в новом году, какие видеоролики не успели появиться на канале в 2019 и поэтому переносятся на начало 2020 года. И самое главное, мне бы очень сильно хотелось лично пообщаться с каждым из вас. Да-да, абсолютно с каждым, кто подписался на этот канал, кто любит нас и с нетерпением ждет любое новое видео. Для этого не нужно никуда идти, не нужно ничего скачивать или подключать. Просто пока вы смотрите это видео, подумайте, что бы вы хотели у нас спросить или нам сказать, и напишите это в комментарии. Я очень сильно постараюсь ответить на каждый комментарий и планирую уделить этому достаточно много времени. Может быть, кто-то из вас хотел бы предложить тему или идею для нового видеоролика, чтобы мы сняли какое-то особенное видео или рассказали какую-нибудь определенную историю. А вдруг кто-то наоборот хотел бы рассказать нам, что ему не нравится в наших видео и что бы он хотел поменять. Давайте будем общаться, делиться мнениями и желаниями, связанными с нашим любимым каналом. Но сперва досмотрите, пожалуйста, видео до конца, ведь мы приготовили для вас много интересного. Опережая наших президентов, стоит сказать, что этот год был непростым для нас. Были определенные трудности, которым мы изо всех сил старались дать отпор. Сонь, на кресле, вон, на кресле, Сонь. Сонь. Да не тут, Сонь, вот, Сонечка, вот, видишь? У тебя под тобой, смотри, вон она. Вот, смотри, Соня, вот, говорю, Сонь. Вот, повернись. Во, видишь, Сонь? Ты что, серьезно? Вот, говорю, вот, смотри сюда. Сюда смотри. Вот. Вот она, Сонь. Вот. Нашла? Молодец. Неси сюда. За этот год мы вместе с вами сделали много полезных дел. Я Сонечка. И не думай, что ты просто какой-то подписчик и не имеешь к этому никакого отношения. Ведь именно ваши репосты помогали нам распространять все эти видео. Именно ваши лайки и комментарии помогали продвигаться видеороликам, благодаря чему мы находили добрых людей выброшенным или просто бездомным животным. Я благодарю каждого, кто поддерживал нас на протяжении всего этого времени и помогал нам во всем. Предлагаю не останавливаться на этом и в следующем году приложить еще больше усилий и продолжить заниматься тем, что нас так сильно радует. Отдельное спасибо хочется сказать всем, кто донатил нам свои кровные. Я искренне благодарю вас за каждую копеечку, отправленную нам. Этот год принес нам немало радости и добавил много красок в нашу жизнь. В этом году мы получили первую награду от YouTube – серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков, о которой еще пару лет назад я даже и мечтать не мог. 100. С Новым годом! Если бы мне кто-то об этом сказал раньше, я бы вряд ли в это поверил или просто посмеялся. Пятерню? Но и это еще не все. Один из наших видеороликов даже залетел в тренды, провисел там около недели и добрался аж до 4-го места. Вы бы только видели, как я прыгал от радости ранним утром, когда только об этом узнал. Надеюсь, что в новом году мы с вами удвоим или даже утроим все эти результаты и достанем из коробочки уже золотую кнопку за наш первый миллион. И тогда рядом с этой серебряной кнопкой окажется уже золотая. В этом году мы успели рассказать вам далеко не все истории. Несколько историй, которые происходили с нами в этом году, остались на потом и уже ждут своей очереди. Их осталось только смонтировать, озвучить и выложить на канал. Мы не особо с этим торопились, потому что эти видео не требовали срочности.
но мы обязательно покажем их уже в новом году. Скорее всего, сразу или во время новогодних праздников ожидайте на канале третью часть про котика с ранкой на шее. Я очень надеялся, что расскажу вам все до Нового года, но произошли кое-какие нюансы, и теперь приходится это дело откладывать. Поверьте, это стоит того. А также и множество других планов на начало 202 года. А также и множество других планов на начало 2020. Одно могу сказать точно. Зная, скольким из вас важно видеть уведомления о новых видеороликах на этом канале, я всегда буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Даже если вас не миллион и не 10 миллионов. Пусть вас очень мало, но я знаю, что вы есть, и я буду продолжать стараться ради вас. Как бы ни давил ютубчик со всех сторон, на этом канале всегда будут выходить видео. Может, не так часто, как нам всем хотелось бы, но будут. Меня теперь отсюда так просто не выгонишь. Год заканчивается, а мы давайте пожелаем друг другу счастливого нового 2020 года. И пусть каждый из вас пообещает сам себе, что сделает все возможное, чтобы этот год стал намного лучше прошлого. Пообещай и выполни обещание. Становись лучше, помогай другим, делай счастливым не только себя, но и окружающих. Не бойся ставить перед собой цели и добиваться их. Никогда не думай, что ты хуже других и что у тебя ничего не получится. Не бойся верить в себя. Двигайся в сторону своей мечты и не отступай никогда, что бы ни случилось. Если ты и правда этого хочешь, если ты в это веришь, то у тебя все обязательно получится. И этого я желаю тебе в новом году.